Так, друзьяки, всем привет, с вами Капанда, сегодня играем в мой любимый Tower Battle с подписанами, с подписчиками, с моими друзьями. Короче, друзья, всем привет, Good Girl Speed, здорово. Она, кстати, первый раз играет, ее сильно сегодня не ругайте. Так, давайте выберем карту. Ой, я даже не успел выбрать, пока со всеми здоровался, но, кстати, я и хотел эту зимнюю выбрать. Потому что наверху здесь можно куча всего поставить, вкусняшек всяких. Ну чё, всем привет, короче. Началась рыба-карась, игра началась, ставим ферму. Хлобысь и опоем ее быстро. Нет, не быстро, лучше-то я поставлю джипарей. А то я смотрю, а нет, джипарей поставили, все, тогда я апну ферму. Ферму апнул, нормуль. Так, давайте глянем, кто чем играет. Ага, здорово, братюня. Здорово, сестрюня. Это что у нас? Ага, здорово, какаха лежит. Привет. Здорово. Здорово. Короче, братаны, всем здорово. Категорически салют вам. Ну что, будем прорабатывать нашу стратегию. Что у нас есть? У нас есть джипы, короче. Вот Good Girl Speed, она вообще не прокачана, у нее 0-0. Ну ничего, мы будем стараться, я буду ее защищать. Как могу, у нас она одна девчонка, девчонок нужно защищать. Ой, мамочки, что-то их много идет, тихо. Джипарик, джипарик поехал. Надо, короче, булки-то тут не расслаблять. А то я чувствую, мы тут быстро сдуемся. Так, ферму за 380 сейчас апнуть, не апнуть. Нет, это джипаря, апнуть, не знаю. Либо ферму за 550. Нет, пока посмотрим, как мы будем справляться. Глянем, как будем справляться. Так, всем еще раз привет, всех категорически. Так, красные, подождите, мы красные? Кто? Ай, нет, они что, сдуваются, что ли? Не-не-не-не, только не сдаваться. Капец, вы что, ребята, ну-ка булки напрягли. Я хочу, может быть, тогда я буду вдвоем против троих, я не знаю. Они сейчас сольются же. Так, у них ферм, куча ферм. Ого, и даже этот есть. Крисманский, ивентовский эльф. Ну-ка, давайте булки напрягли. Не сдавайтесь, самое главное. Ферм понаставили. Защищайтесь. Фу, блин, вроде нормуль, вроде пока идут. Так, у них есть эти джипари? У них джипарей нет, у них бараки. Таки, расхлобаки. Как будем помочь-то, а? Ваааа, капец. Так, а у нас уже самолеты. А я даже ничего не апаю. Мне самое главное, как-то бы им помочь. Если бы у них Good Girl Speed была, у которых вообще ноль. У нее ноль побед и ноль поражений. Но она только села. Бы, думаю, вообще было печально. Как бы им помочь-то, а? Да никак я им не помогу. Я могу им только помочь, сам не развиваясь, если. Но так будет неинтересно ж, да. Ну ладно, надеюсь, что мы тут хотя бы волн 30-то продержимся. Что никто не ливанет. Понятно, у них-то вдвоем они. Двое против троих, это вообще нечестно. Двое против троих нечестно. Давайте тогда я не буду строить ничего. Я буду ставить только одни джипари. Я не буду ни фермы ставить. Даже я ее и продам сейчас. Ферму мы и продадим. И апнем джипарика. И апнем еще одного джипарика. Я буду играть одними джипами. Ну, не знаю, насколько это будет честно. Не знаю, как это будет правильно и неправильно. Но так как их двое, а нас трое, это нечестно. Вообще нечестно. Так, ну что, вроде они отбились, да? Я буду, короче, смотреть, чтобы когда у нас тут пукан будет надрываться, я тоже буду там более-менее расстраиваться. Но пока я даже фермы не буду апать. Потому что они уже половину жизней своих потеряли. Мамочки, так мы сейчас, кажется, я довыпендриваюсь и мы продуем. Здесь нужно такую золотую середину держать. И самим не слиться, и сильно не развиться. Так, давайте за 380 еще одного джипаря апнем. Так, у него жизни уже 60, отлично. А у второго тоже, да, 60? Они второго уровня. У них и двоих по... Нет. Нет, а у нас еще вон джипарь. Где мой джипарь, где его джипарь, пока непонятно. Так, у меня они оба... Нет, у меня один второго уровня с... Как его? С бампером. А второй с бампером и C4. Второго, третьего уровня. А у него... Ну, союзника моего пока голый. Да, все правильно. Значит, у меня у двоих по 60 жизней. Зато еще аэродром есть. Аэродром я, кстати, вообще не покупал.
Так, как у нас там дела? Как у нас дела там? Нормуль, они вроде отбились. О, уже куча эльфов понаставили. Так, я думаю, как бы нам уже задницу тут не понадрали с моими одними машинами. Так, ладно, ладно, ладно. Давайте я, наверное, буду прокачивать. Хочу попробовать до танков, может, прокачать. До танков будет, конечно, очень долго. Нет, давайте прокачаем еще до C4. Вот у нас все, 2 джипаря идет. Ой, мамочки, а мы тут эльфа-то победим. Ой, какого эльфа? Босса! Все, у меня уже в голове одни эльфы. Так, конечно, победим. У него 42, все, одна машина осталась. Одна машина и в атаку. Одна машина и в атаку. Так, а где у нас Good Girl Speed? Она что, вышла, что ли? Нет? Нет, 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 где-то бегает с нами. Она за кого играет-то вообще? Я такое чувство, что мы, наверное, на все поровня будет. Мы будем играть двое против двоих. Так, тогда, наверное-ка, я возьму ферму. То, что, по-моему, она ничего не ставит. Она у нас будет наблюдателем. Это, кстати, так будет по-честному. Давайте. Все, мы играем двое против двоих. Настроен, но God Girl не играет. Так, все, и апаю ферму. Блин, зачем я тогда ее апнул и продал? Ну ладно, будет такая фора. Теперь мне будет еще сложнее затащить. Точнее, нам затащить. Мы же играем 2 на 2, да? Так, а я играю с кем? Я играю с Nightmare Миха. Короче, Миха ночной кошмар. Страшно, смотрите, какой страшно. О, мамочки, страшно. Как теперь точно ночью спать не буду. Так, главное нам вот это теперь все говнецо затащить. Так, у меня давят. Нет, джипарь давит нормально. У него 60 здоровья. Так, 550, ферму смогу апнуть. Все, ферму апнул. Теперь будет за 1000 попробовать накопишка. Мне тут подписчики подсказали, что лучше немного по мелочи ставить, а лучше апать как можно максимальный уровень одному юниту. Так, ой, мамочки, у нас уже идет 2 босса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, будет больно. Так, а 2 босса, ну мы, кстати, взрываемся. По-моему, 5 наносит взрыв от C4. Повреждение от взрывчатки. Но когда она врезается, максимум жизни у нее 60. То есть 2 джипа, это получается 120. Ну еще вот этих куча говняшек надо снести же. Надо срочно еще джип ставить. Еще джип ставить и прокачивать, потому что сейчас боссы могут дойти. Это очень опасно. Так, ферма у меня никакущая. Никакущая ферма. 3 уровня всего. Хотя бы надо до 4. Так, глянем, что у соседей там творится. Нет, сейчас мы сначала апнем ее. Все, машину апнули, теперь погнали. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Кто там нахлобучивает уже? Мамочки, не горю. У них ферм куча всего, куча. Еще у них уже команда стоит. А у нас что? А у нас кукиш? Шиш с маслом, баранка, нолик, нема. Нифига, зеро. Все, нам хана, короче, мы продули. Да, я довыпендривался, короче, и мы продули. Друзья, простите. Good game. Давайте попробуем еще разок. Так, ну что, друзья, попытка номер 2. Так, только нету. Ай, капец, у нас на этой уже у меня куча видосов на этой карте. Ну ладно, давайте опять на ней. Так, у нас попытка номер 2. Вместе с подписчиками играем в Tower Battles. На плейсе опять. Military Base. Так, всем привет, кого не видел. Братюня, здорово. И тебе здорово еще разок. Так, пока всем здороваюсь, можно я поставлю фермочку. Оп. Ферма раз и джипарей, поехали. Так, пойдем здороваться. Пошли здороваться, знакомиться. Здорово, братюня. Как дела? Ну, Орехед мы знаем уже давно, конечно. Тимка, здорово. Зомбяк, здорово. Что у них здесь? Ага, у них, короче, фермы. Фермы, фермы, фермы. И чё, и чё, и чё, и чё? Чё дальше-то? Чё, одни фермы, что ли? И вон ещё фермы насадили. За этим, за бугор. Ха-ха. Так, пожелаем всем удачи. Так, полетели. Надо думать. Так, я так и не понял, кем они там играют. Кто у них там?
Тема не будет защищаться. Вы что, там фармите что ли только? Ну-ка, давайте ставьте кого-нибудь, а то сольетесь быстро. Так, у нас ферма, короче, у меня есть и джипари. Давайте апнем ферму, что ли. Ферму апнул, и джипаря бы тоже апнуть. 25 это не дело, нужно, чтобы у него было хотя бы 60. Кому удачи? Всем удачи! Конечно же, всем. Ну чё? Так, у нас есть самолеты. Самолеты — это огонь. Где у нас там кукурузник? Вон, нахлобучивает, летит. У-ху! Вон он, красавчик. Давай, пилот самолета, рули. Ну, ком-то кукурузники. Эй, что-то все помирают, и у нас, и там жизней кончаются. Ёлы-палы, нужно быть аккуратней. Сейчас на самолет засмотримся. Так, я апнул джипарей. Все, джипарей по 60 жизней, это уже нормуль. Так, тут как у нас дела? Тут они все давят. У них, короче, тоже джипари, но все начинают джипарями. Джипари такие нормальные вещи. Точнее, ребята, которые ездят за джипарями. Так, а что у них еще? Один джип и все, что ли? Больше никого не вижу. А, вон второй вижу, спрятался. Второй джип вижу, спрятался. И тут спрятались, и тут спрятались, и орех тут спрятался. Все спрятались, короче. Ладно, пойду домой. Так, как у нас-то тут дела? Да, у нас что-то тоже тут все не ахти, что-то тоже идут толпа. Так, что, еще джипаря поставить, что ли? Давайте еще джипарика поставим. Как раз у нас только 400. Народ! Хорош плясать, блин. Кто работать-то будет? Пляски тут. Джипари-то едут. Так, а где у нас летает? Тут надо будет, наверное, тоже купить самолетчика этого. Самолетчика-вертолетчика глянуть. Протестить его. Я сейчас накопил денег, хочу купить этого командира, который усиливает, бафает наши юниты. Я его потом затестирую. Так, и чё они? Чё-то кто-то булками он бегает, шевелит. Какой-то шустряк. Где джипарь? Давай вылазь. Товарищ, ты где? Ну-ка, давай вылазь. О, поехал с бампером своим. А, так всё, его завалили. Его, наверное, этот макароник, он сверху макаронами закидался ими. Так, ферму могу апнуть? Не могу апнуть. Ничего не могу я апнуть. 550, всё, могу. Теперь могу. Все, ферму апнул, теперь буду так расколбака. Давайте буду копить теперь на второго джипаря, чтобы апнуть его до второго уровня, чтобы ему купить бампер. Купить бампер. Ну-ка, как у соседей дела? О, нифига себе, да мы уже команда сопоставили. Команда — это хорошо, пускай нахлобучивает. Так, у соседей как дела? У соседей тоже все неплохо. Ферма раз, ферма два, джипарь раз, а где еще кто? А, у них эти еще. Бараки. А где бараки? А, вот они, бараки. Все, бараки тоже вижу. О, прямо возле БТРовца поставили. О, да у них ферма-то куча. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть, семь. Семь ферм. Уа. Так, а у нас сколько ферм? Кажется, сейчас кто-то кого-то перефармит. А у нас две фермы. Или даже одна. Так, что-то я не понял. Где народ-то весь? Народ, где наши фермы? Где лавандос, бомбос? Ладно, пока вроде нормун, тогда я буду фермы апать. За... Так, это я не могу накопить. Я могу купить еще одного. Угу. То есть, либо 1000 сейчас копить на ферманскую нашу, либо на джипарскую нашу. Сразу можно апать. Ну-ка, давайте попробуем накопим 1000 на ферму. Накоплю, не накоплю. Надеюсь, накоплю. Тут пока команда стоит. Команда с это хорошо. Он нахлобучивает. Он, дай боже. Хлобысь, уничтожает. И он тоже, кстати, так. Фармит-то он неплохо. То, что он, по-моему, по единичке. Первого уровня по единичке. Каждый выстрел у него по единичке, короче. Забирает жизней и приносит по единичке лавандосиком. Так, все, апаем. Все, до третьего я апнул ферму. Теперь, наверное, апну-ка я джипаря. А то будет нам тут наши булки-то пуканы-то подгорят. Вот как этот зомби. Так, ну-ка, как у соседей там дела? Соседи, как дела? О, у них джип идет. Ой, босс идет. И джипари едут. И сейчас они их расстреляют всех. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Все. Они справились с боссом, а мы? Все, мы тоже вроде справились с боссом. Ну, вроде как бы нормально идем. Я бы сказал, нога в ногу.
Так, ферму за 4000 мне, конечно же, сейчас не апнуть. Шибко дорого, но я могу апнуть, может быть, джипаря, что ли, еще апнуть. Не, давайте я поставлю лучше еще одну ферму и еще раз ее апну. Раз, и за 500 почти. Почти, 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 почти. Давай, 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 пятихаточка, копись. А то надо тоже нам по фермам догонять. У нас ферм-то вообще не кукушки. Баранка 0. Ну не баранка 0, 3 штуки, да, по-моему, у нас. Так, ферму могу апнуть, все, готово. Все, теперь надо точно нам апнуть джипаря, потому что будет тяжело. У нас этот один команда сможет не справиться. Так, все, короче, у меня 2 джипаря 2 уровня и ферма 4 уровня. Сейчас вот это надо тоже 1000 накопить. И потом уже можно маленько выдохнуть будет. Будет, наверное, поспокойнее. Блин, вот мне этот самолетчик нравится. Смотрите, прикольно, как он летает. Ну, как к нему в кабину можно заглянуть? Так. О, летит, вон он. Он гранату кидает сверху, да? Ууу, красавчик. Бенчик. Гранаты накидывает. Ха-ха. Ва, денег-то уже можно купить же ферму. Ферму раз. Все, нормуль. И теперь будем копить, наверное, на кого? Ну, наверное, на командоса тоже буду копить. Кормить, чуть не сказал. Кормить мы будем зомбаков свинцом. Так. Эти бегут. Ой, блин, а босс идет, а у нас боссы почему-то сзади. Они что, уже боссов, что ли, убили всех? Они что, шустрее нас, что ли? О, 1700, тихо. Я сейчас куплю уже командоса тоже. Так, все правильно, его нужно ставить вот сюда посерединке, чтобы он закрывал как можно больше всех линий. Все вот эти изгибы, чтобы он и вертикальные, и горизонтальные все углы закрывал. Ну чё, когда у нас там следующая волна? 790 надо, 90 монеток, упади с неба. А 90 монеток с неба, хлобысь. Ну или ты уже задави кого-нибудь, езжай. Давай, бэм. Все. Ну, еще дави, давай, быстрее поставить-то надо, тяжко же уже. Все, готово? Ставим, давайте вот сюда. Так, за 650 надо апнуть, чтобы побольше был сразу же радиус, чтобы нам вот здесь вот эту всю штуку закрывать. Пока кажется, что нелогично мы сюда поставили, вот этот угол не закрывается, тоже не закрывается. Но когда мы его апнем, он будет у нас стоять просто идеально, все будет захватывать, все будет огонь. Блин, почему-то мне, когда я записываю видео, постоянно выпадает эта карта, уже который раз подряд. Я обычно, когда просто играю, у меня на всех разных там картах. А здесь почему-то постоянно на этой. О, уже апнуть можно. Раз. И за 1100. За 1100 сейчас тоже апнем. Ну, еще 200 надо, мамочка! Так, а что у них тут творится? У них фермы тоже уже апнуты до 4 уровня. Ну, не все. Так, вот здесь зря поставили, сразу говорю. Вот здесь правильно ставить. Все нужно вот здесь сосредотачивать. Всех юнитов здесь. Это более рационально и правильно. Так, 1100. Ну-ка, товарищ. Уровень номер 3. Лобысь. Все, появилась маска у него. Очки какие-то появились на голове. О, это ж круто. О, у нас еще один самолетчик. 2 брата-акробата летают и бомбят. Надо бы тоже их купить потом. Хоть протестить. Так. А что, может ферму еще одну? Или накопить, попробовать 4000. 4000 будет долго. Ну что делать? Хочу попробовать накопить. Чем больше ферм... Точнее, чем они сильнее, тем они больше приносят. 4 уровня сейчас приносит по 500 с начала волны. По 500. А 5 уровня приносит по 1500. 1500 это, конечно, хорошо. Это очень-очень хорошо. Они окупаются за 3 волны. 1500 плюс 1500 плюс 1500 будет 4,5. А тратим мы всего 4000. Панда, сколько денег? 3000 у меня. Скучно. Кому скучно, можете выходить. Мне пока не весело. Тем более весело будет у нас после 30-й волны. Если, конечно, все додержатся. Но я надеюсь, мы додержимся.
Так, я коплю на ферму. Попробую накопить 4000. А что попробовать? Мы уже почти накопили, а у нас уровень тут пустой. Этого мы сейчас тут на... Тоже мы, я считаю, нормально затащим. Все нормально, сейчас можно копить на ферму. Не беспокоиться. Я вроде все рассчитал. О, нифига, у нас еще... Это какого уровня, я не знаю. У меня нет этих самолетчиков 3-го, 2-го или 4-го. Вон, нахлобучивают сверху, закидывают. Так, сейчас накопим на ферму, а потом, наверное, я буду копить на... Либо на Файзера, либо на Риал Ганнера. А может быть и на ферму еще на одну накоплю. Так, давай, ферма. Ферма хлобысь, ну осталось чуть-чуть. Осталось 200. 200 деньжат. 200 деньжат. Блин, хорошо эти братья-то нахлобучивают, о. Трейка, а ты куда стреляешь? Прям через этого. Капец, он прям в БТР-ку лупит. Прям через БТР. Ой, деньги накопились. Ферма. Ай, не успел апнуть. Потерял 1000 целую. Все, ферму одну апнул. Ферму апнул. За 1100 тут тоже есть. Да давайте накопим, наверное, на 2600. Либо на 2600, либо 4000 еще на ферму копить. Две фермы хотя бы надо держать. Так, а это кто такой? О, уже фазер есть. Фазер — это тоже хорошо. Мамочки, что-то их там куча идет. Нет, наверное, мне чувствую, надо вот этого апать за 2600. Иначе нам будет тяжко. 2600. А у меня только 1400. Мамочки, не горю, 1200 еще. Ну-ка сходим, глянем, что у соседей там. Сам ферма мне по полторушке приносит, поэтому, думаю, нормально будет. Вот и нахлобучивают. Это вон у нас бараки, солдафоны. Хорошо, уверенно идут солдафоны. Но у нас солдафонов нету. О, 4000. Давайте-ка ферму апнем, пока деньги есть. Пока деньги есть, пока мамка не забрала, нужно хапать. Все, готово. Две фермы у меня максимального уровня. Я больше не буду фермы строить, не буду апать. Мне пока хватит. Все. Теперь я буду апать что? Теперь я буду апать 2600 вот этого дядьку. Дядька, держись. Скоро тебе вторую штуку подарим. На Новый год подгоним, либо на днюшку. Так, все, смотрите, он захватывает этот уголок, этот. Практически все, мы еще его потом апнем, и он здесь вот эту вот маленькую писюлечку тоже будет захватывать. Так, тут у нас идет. Плавится босс. Так, босс, мы босса почти завалили. Все, босса завалили, а соседи? А боссы вообще тоже соседи завалили, что ли? Да, у них ферм еще больше, чем у нас. Ёлы-палы! У них уже три фермы максимального уровня. Ага. Не, я чувствую, нам тут тяжко будет. Можем и опять продуть. Ну ладно, как говорится, не корову проигрываем. Так, а что тут у нас тут сильно трещат? Давайте потише сделаем. Во, вот так вот. Кто там что-то нахлобучивают и нахлобучивают. О-о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 . Денег. Куча. Давайте и нет. Ферму я больше ставить не буду. Я апну раз, и 8800 нужно на лазерную шестистволку накопить. А потом, наверное, буду копить на Файзера. Не, наверное, вот сюда наверху. Файзер у нас есть уже, поставлю Риал Ганнера. 8800 пускай копится. Так, два патруля, продать их может быть? Не, пока рано, пускай пока будут. Самолеты пускай будут. О, нифига себе, как они летают. Блин, ой, голову-то протаранили мне. Головешка-то разлетелась. Ва, сейчас врежется. Бэнчка. Прикольно. О, 8600, почти, ребята. Так, у нас будет сейчас шестиствольщик уже 8 уровня. Ой, какого 8-го, говорю? 8800, 5 уровня будет. Все, готово. Есть. Пошел нажигать. Нахлобучивать. Он, который там стреляет прям через эту штуку. Прям через БТР фигачит. Так, ну что, как там? Нормально хоть текет жизни-то? Текут. Все, нормуль. Так, а теперь ставим Риал Ганнера. А Риал Ганнера куда? Вот сюда. В самый уголок, чтобы второго потом поставить. Есть. Есть. Есть на попке шерсть. Так, апаем его. Хлобысь. И за 2400. Сейчас у него пушка такая клевая появится. Ну-ка. Я хотел его разглядеть. О, вот он, красавец. 2400, давай, и пушка у него бенчик обрыдится. Бу! Видали, выросла как бенчик. Ну чё, братюня, давай, нахлобучивай.
Так, глянем, что по боссам. У нас идут и у них идут. В принципе, мы пока идем, наверное, вровень, я даже не знаю. Кто быстрее? Не, они быстрее нажигают. Они их уже всех убили, а у нас пока вообще нехти. Так, ладно, надо апать тогда. 4800, апаем. Мы пока проигрываем, если честно, потому что у них ферм гораздо... О, у них фермы уже капец. 6 штук максимального уровня. Ваааа! Так, волна у нас 24-я пока. Ладно, что делать? Будем копить на этого. Сколько у него? 15 тысяч. Ну, надо апнуть его. Он сразу станет в 3 раза мощнее у нас. Это что, там джип застрял, что ли? Ну, будет тяжко, но что делать? Блин, нифига себе, тут гусеница ползет. Все, нам хана, походу, дело, ребята. Нам ханашечки и какашечки. 24-ю волну мы даже не переживем. 15 тысяч накоплю, я не накоплю, даже не знаю. Ну-ка, они уже поди там всех уничтожили. У них уже вообще всех... Блин, а как они так быстро-то, а? Кем они валят-то? Так, у них, короче, шестиствольщик. Фазер один стоит. И машины, и джипы. Но я бы тоже не сказал, что у них куча... Но у них уже фазер последнего уровня. На фазера у них уже накоплено, а у нас нифигашки не накоплено. Я даже не могу... О, так мы вроде завалили всех. Фу. Не, я думал, нам хана. Не, вроде нормуль. Так, главное фазера апать. У нас фазер... Какого уровня, я уже не помню. 3-го это, по-моему, или 4-го. Так, а мне тем временем надо 15 тысяч набрать. Ва-а-а! Еще 5 тысяч. Не знаю даже, дойдем, не дойдем. Нам бы выжить. Я чувствую, нам тут что-то будет тяжеловато, я смотрю. Так, тем временем у нас уже... О, самолеты какие-то новые появились. Был кукурузник, стал теперь с пропеллерами самолет. Не, нормально пока нажигаем. У нас есть шанс. Так, 15 тысяч и АПМ, лобысь. Вау, вот эта пушка. Бэйчик. Снимает он, по-моему, по 100 с копейками, там я не помню. Так, ну теперь можно и фазера тоже поставить. Наверное, вот сюда, куда-нибудь рядышком я фазера воткну. У нас жизнь... Так, денег 2200. Не ахти, конечно, не ахти. Ладно, давайте ставим фазера. Так, куда его ставим? Ставим вот сюда, в самый уголок. Так, и апаем. Раз апаем и два апаем. Все, он нормально, он все эти уголки захватывает. Всю карту захватывает. И он практически будет до самого входа лупасить. Так, я чувствую, затянется у нас эта серия. Все сильные. Здесь в команде у нас как бы не нубы. И здесь далеко не нубы. Играют вообще ребята молодцы. Но ферма уже, по-моему, лишняя. Сейчас денег будет куча, уже можно не ставить. Денег уже сейчас пойдет рекой. Потому что у нас и фермы уже хорошо косят. И косят у нас эти. Вот сколько мой реоганер уже принес? Мой реоганер принес уже 8000. А этот чувачок столь принес. А этот 14000 уже. Да они уже окупились. Они все уже окупились. Не, вот этот еще верхний не окупился пока. Так, реоганер где? Ой, не реоганер, а фазер. Фазер раз, и теперь 14600. На фазера копим. Ва-а-а-а. Так, а потом даже не знаю, кого я буду ставить. Наверное, тоже фазеров. Нужно будет ставить кучу-кучу фазеров. Буду ставить их и реоганера. Вот сюда вот поставлю реоганера еще одного, наверное. Вот сюда и, возможно, вот сюда. А сюда в кучу как можно больше надо фазеров лепить. Ну вот как-то так и будем делать. Так, мне пишут, апни джипы до танков. Ну что, апнуть? Давайте апнем, что раз народ просит. Раз, два, и нужно 7800 уже почти. Кстати, танки когда едут, они же еще и стреляют, у них 600 жизни будет. И еще они там, я уже не помню поскольку, но они там снимают нормально. Все, танки готовы, где у нас? Во! Танкеры прут. Танкеры прут. Где он танк? Вон он танк, поехал. Ну давай стреляй. Нахлобучивай, товарищ, нахлобучивай. Так, а нам сколько надо накопить? Ой, да у нас там
Я же так и не докопил до него. 14 тысяч. Короче, 15 тысяч надо. Так, что как тут товарищи? Да, у них тут тоже все в ажуре. Так, Рилганнер тоже у них уже максимального уровня. Капец, еще потише, наверное, сделаю звуки эти. Я уже ничего не слышу, что-то все бенч, все взрывается, война идет. Да у нас здесь просто мега какая-то, блин, война за спасение человечества. Мы с кем воюем? Друг против друга или за боками? Конечно, за боками. Ну и соревнуемся между собой, наверное, так как-то, да? О, вот так вот я на ферму полез. Так, все, фермы. У меня получается каждую волну по 3000 фермы приносят. А у них... А у них 6 штук. 7, 8, 9. 9, ну, по 10 тысяч сразу же приносит. Да, они там могут сразу же апать. Какого-нибудь файзера уже 5 уровня. Столько с одних ферм каждую волну. Волну. Так, ладно, давайте поставим... Что, еще одного файзера? Точнее, не файзера поставим, а апнем его. Он даже денег не приносит, потому что не дойти не успевает до сюда. Он настрелял-то всего 700. 800. Не успевает он настрелять. Потому что они мрут, как мухи, быстро очень. Ну-ка, соседи, как у вас дела? Так. А, у них командир даже есть. У меня командира нету. Точнее, я его уже денег накопил. Я его купил, но я забыл его поставить. Я его потом отдельно, наверное, видос про него запишу. Мне уж тоже интересно. Что там за командир-то у нас? И чем он занимается? Так, а тем временем 14800 как раз хватает, да? Эй, где файзер? 14600. О, еще даже сдача 200 осталось. Все, файзер у нас тоже 5 уровня. И почти он до сюда. Где босс? Босяра идет? Все нормально. Фига себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять боссов второго уровня. И десятый босс третьего. Ты куда полетел, братюня? Что-то шустряк такой. Так, а тем временем мы можем еще поставить фазера. Где фазер? Фазер колоблазер. Давайте вот сюда куда-нибудь его. Есть. Апаем. За 4800 не хватает. Так, третий уровень. На четвертый и на пятый нужно накопить срочненько. Срочненько. Но жизни еще пока у боссов. Да в полный, почти не полный. Ну-ка, у соседей как дела? Как у соседей-то дела? Блин, они, по-моему, ну, у них ферм-то больше. У них получается и больше, значит, у них юнитов. Юнитов. И быстрее не нажигают. Так. Где босс? Быстро. Есть. Так, 2300 у босса. А у этого 3. У меня еще и танк едет. Мамочки. Все, хана нам, да? Тихо. 2000 осталось. Нет. Все, хана нам, он сейчас дойдет. Или не дойдет. Все, он дошел. Дошел. Все, мы опять продули. Ну, это было good game. Было хорошо вообще. Ребят хорошо играли. Ну, было весело. Они были сильные. Но, а то мне постоянно попадаются какие-то нубы. Мне было приятно поиграть против сильных. А то как-то неинтересно постоянно бегать там и переживать. А, только не слейтесь. В общем, всем спасибо за компанию, что были с нами, что играли с нами. Обязательно, друзья, кто новый, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.